Давайте, Слава, ты где? Я. Ой-ой-ой-ой! Все-все плохо. Черт возьми! Чертово дерьмо! Какой-то Рэмбо, козик, беги с нашими ресурсами. Я их в дом сложил. Я, короче, не могу найти лэп эту чертову. Так, это что, конь? Рядом с лэпом конь. Конь педальный. Педальный, да. Так, а вот и лэп. Красивый восход. Или это закат? Я думаю, это закат. Да ю. Это ужасно. О, как сканер это скачет, а. Так, Боров. Боров, привет. Ух, твою же мать. Просто я разделываю Борова своей киркой. Он бессмертный, что ли? Так, Мишка. Нет, смертный. Нет, я имею в виду чувак. А наш старый дом все еще стоит, я смотрю? Или это чей-то уже... Да, да. Стоит, да? Я к нему пришел. Это ты? Я на полянке, где камни. Сейчас приду. Мне показалось, здесь кто-то был. Бочка. Чё в бочке? О. Таблетки. Ты Борова разделал? Да. Фрагмент чертежа. Один штучек. Шипы. Если я на шипы прыгну, я умру на пике-то точёные. Ты покоцаешься сильно. Чёрт. Я бегу к тебе до реки. Подбегаю к дому. Я могу куртку теперь делать. Нет, после 46 часов игры неплохо. У тебя есть жир и тряпки. Так, животный жир 29, тряпки 28. Брось. Бросил. Чё хочешь сделать? Рассказывай. Ну или давай сам сделаешь. Low grade fuel. Low grade fuel? А где это такое? В эфире. Вон тряпки возьми. А жир? Так. Топливо низкого качества. Один штук делаю. Так, и зачем мне он? А, чтобы печку сделать. Понял. Что мы там, Дима, будем плавить, что ты нас ждешь? Я жду вас, да. У тебя печка есть? Нет. Так, жили к Диме. Ну, побежали. Вон еще бочка. Где? 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 А, вижу. Так, фрагмент.
Фрагмент чертежа. Чё, мне, у меня 20 чертежей есть. Что я могу сделать? Собрать чертеж? Можешь их изучить, да. Собираю. Шипы. Изучить чертеж. Шипы. Изучить, изучить, изучить. Во. Теперь я умею делать шипы. О, еще сундук. Точнее, бочка. Вы там по помойке, что ли, шаритесь, я понять не могу. Да. А чё? А все тут, собственно, игра про бомжов. Я съел две плитки шоколада. Из помойки. Из помойки. Вкусный. Ты учишь детей. Я нашел антирадиационный шлем. Ого. Где ты там у себя? На базе? Он... Да, у себя на базе. Чё там нашел? Он выглядит как... Очень странная херня. А, да, в общем-то, еще больше ничего интересного пока что. Я научился делать еще самодельный меч. Вот. Самодельный? Да. А в этой игре можно сделать что-то не самодельное? Ну. О, это что, чей-то дом или это постройка игровая? Это база. Дима за ней построился. Понял. Самолет. Слышу, но не вижу. Дима, у тебя там травы нету, да? В смысле травы? Нет, трава есть. Я вижу самолет. Я не вижу пока с него дроп. Тут можно в канализацию спуститься. Да. Да, но мы не будем. Почему? Там, тебе скажу, ничего нет. Там приключения. В этой канализации ничего нет. Ребята, приключений час. В общем... Ты сейчас Дюха говорил или кто-то? Дюха. Да. Так, вы где? Мы Алло. Тут. Мы между двумя большими трубами, которые ближе к тебе. В смысле ближе к тебе? Пересекаем железную дорогу. Стойте. Стоим. Выше на обычную дорогу. Я для верности могу зажечь живительный огонь. Ну, пока не надо. Дима, когда ты сказал стойте, ты что имел в виду? Я по базе по этой бегаю, сейчас догоню вас. В смысле, а нам стоять на дороге, ждать приключений? Ты ж хотел. Так мы бандиты. Они, мы, видишь, черные, нас плохо видно. Все подумают, что мы одетые. Давай хоть на обочину отойдем. Тогда сразу будет понятно, что мы бомжи и мы Нет, боимся. Мы в засаде. Ага. Окей. Бомжи в засаде. Бомжи в засаде. Там медицинский ящик, чекнуть. А как, вот я залез. Открыть. Чё это? Бинты. Правой кнопкой можно вещи брать как бы автоматически. Так, ага. Что-то я не. Если ящик не исчез после того, как ты его залутал, то можно его еще раз облутать. Исчез. Что-то я немножко потерялся сам. Замечательно, да? Давай факел зажгу. Факел. Что за фигня? Вот, иди между двух труб. Так вот... Трубы не можешь найти. Да трубы ты издеваешься, что ли? Давай между двух труб зайди. Тут вот вагон стоит. Живительный огонь. Вот, вагон. Ты на вагоне? Ну, не на вагоне, я на стене. Ну, ладно. Что-то я сегодня изрядно подморозился, видать. Пойдем смотреть. Еще один идет к вам со стороны трубы, под трубой бежит к вам. А где ты, чувак? С луком, с луком. Воу. Попал? Нет, нет. Сзади, 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 руби его. Он мне попал в голову, я умер. Он так. Тоже умер. Отлично. У меня есть
медицинская штука. Я не могу ее использовать. Отлично. У меня стрела в голове, это нормально? Ты бинт у тебя есть? Да, да, да. Как использовать? В слот возьми быстрый. Взял. Мотаю и себя. Мотаю, да. Да стой ты, дай сфоткаю, блядь. О, это вообще прекрасно. У меня из головы стрела торчит? Да. Да, насквозь. Все, пошли. И просто поперек головы. Так, все. Что у него было? Лук? Давайте уйдем. Стрелы. О, я могу из головы стрелу себе вытащить. Я вытащил стрелу. Она у меня в инвентаре. Давайте мешки бросим, потом будем. Кстати, вертолет. Да пофиг мне на вертолет. А где мешок-то, надо его сделать сначала? Да где мы, говорит, тряпки есть у него. Так, а кто кирку из меня украл? Не знаю. А мы... подождите, не туда убежали. У тебя сосед есть с колючим забором, ты видел это? Да, я уже сейчас увидел соседа, в прошлый раз я его не видел. Черт, вертолет так близко, он меня раздражает. Где близко-то, его даже не видно. Зато его слышно, хорошо стало. Так, вы хотите сказать, мы прибежали туда, куда я вам на карте показал? Ну, вроде да. Ну, мне кажется, нет. Вертушка над базой. Да. Прям над базой? Дайте посмотреть. Вон она, слева от труб. А сейчас за трубами. Ну смотри, о-о-о. Дима, видишь, мы солнце видим, это восход, правильно? А ты на северо-западе, значит, ты с другой стороны. Ой, он как близко. О, господи. Это может быть сейчас печально закончится. Пошли к соседу к твоему. Не стоит, у них турели тут могут быть. Турели. Ой-ой-ой. Вертушка к нам. Все, стрельба, ой-ой-ой. Так, кого-то ушатало. Меня. Я под водой спрятался, меня не видно. Обыскать. Ой, как у тебя все много. Как тебя резать? Да меня не резнуть уже. Короче, я под водой спрятался, меня не видно. Я так круто вообще получилось так. Я забыл ключ сделать внутри. Оставить. Это вообще... И что это значит? Это значит, что мне надо тут сдохнуть и резнуться в другом мешке. Нет, тебе надо, чтобы мы с ключом пришли. А ты сможешь найти ключ? У меня... Пушка ушла. У меня не хватает слотов. Ну, Козяка еще там... Козик, ты где? Вот он я. Вот ты вот тут вот где-то он лежит. Мертвец наш. Ой, меня собака съела, господи! Это ужасно вообще. Это просто отвратительно. Я только хотел трофейные трусы надеть, и меня за жопу укусили, и я умер. Это вообще ужасно, это ужасно. Так, вот я наконец-то прибежал к нашему старому дому. И бегу в сторону станции. Мне ломают дверь. Ого. 130 прочности. 120. И чё думаешь? Думаю, смогу я его киркой завалить или нет. Голодный, полумёртвый, в слезах. Собака успел перезарядиться, но первый раз я ему киркой зашатал. Теперь он в твоем доме? Да. И он сдох. От чего? Я слышу, как он орёт. От кровотечения, очевидно. Отлично. Это вообще замечательно, учитывая, что... Ты сейчас резнешься. Да. Куда он убежал-то, зараза? А, вот он. Так. Арбалет, топор сломанный.
Винт, который он не успел заюзать, тряпки. Так. Так, ну я вижу, короче, эту базу. Трубы. Могу туда побежать. Стой! Кто стоит? Кто бежит? Нет, это какой-то... Это ты с камнем? И перед тобой чувак мансует с топором. Да. Можем его убить. Нет. У меня есть факел. Отлично, отлично. Это ты. Это ты, Дима. Это я? Нет, 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 это, оказывается, слава. Димка был, это... все перепуталось. Так, мне нужен запасной камень. Получай. Получай по жопе черный. О, у меня рука протянулась до горизонта, что-то случилось. Так, вертолет, так, вертолет к нам в гости летит, опять по Димину душу. Так, ладно. Нам надо что-то делать с дверью. Так, я взял топор и пошел добывать у тебя. Подожди, давай, ему ничего не надо добывать. Сейчас вертолет пролетит, и мы опять тут окочуримся. Ты мешок можешь все сделать? Мешок, у меня 40 тканей. На, вот, в сундук есть ткань. Надо дерево туда еще, правда, для этого мешка. Но у меня все равно этого дерева нет, поэтому я оставил в ящике. Где ты? Да мы тут в шоке вообще в доме. Где подожди, вы? Мы тут. Тут как бы, где? Ты сам кричал. Блин, это сломанный я топор. Я бегаю, ищу твой дом. Тут все в трупах у него. Все в Слава трупах. Случайно нашел его, а ты вот. И где он? Вы можете сориентировать? Так. Короче, вот если мы бежали по лэпу. Да, по лэпу. И к базе, к этой. Так вот, оказывается, я в другую сторону-то. По лэпу обратно возвращаешься, если от базы идешь, то направо, где-то за дорогой. То есть просто по диагонали в противоположную сторону? Ну, походу, да. По дороге, нормально. Если побежишь, можешь увидеть, я думаю. Дезориентировал. Ко мне подбежал чувак. С камнем. Я говорю... Это не ты? Надо, не надо. Нет, я говорить. Славе говорю, это ты? Он говорит, да. Скажу, а там не Слава, как бы. Так проблема в том, что как бы передо мной был мужик какой-то. Так, это кто прыгает? Через дорогу я. Вот, привет. Я дерево добываю. Да. Окей. Наконец-то. Где у тебя сундуки, двери вообще? Дверей нету. Дверь у меня была защищай, одна. Защищай, Казик, защищай. Камень нужен еще. Вставай в проход. Где камень? Так, вижу камень. Пипец, все непросто. Ломается очень плохо, она не исчезает. И не разваливается, а просто стоит невидимая дверь. Ну, в смысле, видимая, но прозрачная. Интересно. Она загораживает изображение, просто я махнул киркой сквозь дверь, а чувак отошел в этот момент и выстрелил в меня из лука, также сквозь дверь. Я получил стрелу, потом я выбежал и просто погнался за ним и влепил ему киркой по голове. Вот. Пока это происходило, он перезарядил и зарядил вторую стрелу. Собственно, второй стрелой он меня уже убил. И недалеко убежав, сдох сам. Конечно, в голову киркой получить, это как бы, знаешь. Спальный мешок, говоришь, надо? Да зайди внутрь. Так. Дима, надо... авторизуйся, я почистил лист авторизации. Да, я авторизовался. Я мешок делаю дверь в... деревянную. В доме. Толку от нее, я так понимаю, мало, она с одного топора, ну, топор тратится на то, чтобы ее снести, но металлический. Но сам факт. Надо сделать просто еще двери. Стены и еще двери. Чтобы было весело людям. Чтобы два топора тратили. Ты бы вот эти двери, стены бы еще сделал. А как их делать, покажите мне.
Так, давай ты это будешь делать, чтобы записи видно было. Давай делай это ты, киянка в сундуке за за ящиком авторизации. И билдинг план ему еще нужен, я думаю. Сделать лучше не так много стен, а еще вокруг просто здесь сегмент загородить. Так. А, не вижу киянку. А, вот. Кияночка. И что, мне эту в руку киянку надо взять? Нет, сначала бери билдинг план. Билдинг план. Дерево у тебя же есть? 482. Ну, выходи, пока хватит. Так, и чё? Так, значит, у тебя сейчас фундамент пытается поставиться, да, наверное. Правой клавишей зажимаешь? Пол, стены или чё тут? Стены выбирай. Стена. И вот, вот как этот дверной проем, так же делай. Чё? Две стены? В смысле, наверное. Как этот дверной проем? Огораживать ну, вот, его? Да, я думаю, чтоб не заколачивать все стены в круг. Вот так, да. И здесь еще одно. Поставил. А, вот здесь, а здесь дверной проем выбери. Дверной проем. Хоп. Замечательно. Здесь крышу. Крыша. Пол. Там под пол, да. Пол. Пол. Хоп. Отлично. Замечательно. Теперь, стой. Стою. Вместе вот тебе... Еще 725 дерева бери. Взял. Бери киянку. Так, киянку взял. И стучать надо по ним. Нет, стучать не надо. Выбирай, держи правой клавишей на стене. Вот тебе зеленым должно выделиться. Так, снести. Улучшить до деревянного. Вот, давай. Ага. И также со всеми частями. Понял. Мощно. Замечательно. Сколько дерева осталось? 400. Замечательно. Как раз. Одну дверь деревянную делай и два замка. Так, дверь. И у нас дверь. Окно, дверной проем. Пол, фундамент, фундамент, крыша, опора. Не-не-не-не-не-не так. Где она? Дверь делается просто, эта часть. Ну, в смысле, это просто... создаваемый объект через обычный... А, все понял. Через таб. Да, вот, деревянная дверь. Сборка. И замок. Сборка. Но у меня только один замок могу сделать. Пойду. Почему? Ну... Ты же сказал 400. 100, да. 100 на замок. 300 дерева. На дверь. Я почему-то... Да-да-да, все верно. Сейчас я наберу. У меня есть дерево 200. Во, можно не ходить. А, давай. Так, и еще один замок. Оп. Так, у меня-то есть один, одна беда. Я знаю, где один мой тайник, и я не могу нарыть второй. А как тайник? Его можно закопать? Это скрытый этот мешок там в инвентаре. Ты бы не очень... Ну, или пофиг, вырежешь потом, что ли. Да ладно, никто не найдет. Да, я сам-то найти не могу, правильно? Никто не найдет. Конечно. О чем ты вообще? Так, и что с замком делать? О, я нашел. Что с замком делать? Так, стрелы есть, арбалет. Его нужно вставить в дверь замок? Да, ты это в быстрый слот его выбираешь. Угу. И этот. А с внутренней стороны его ставить надо? А, без разницы, он сквозной. Поставил. Так, давайте, Слава, ты где? Я... Ой-ой-ой-ой! Все-все плохо. Черт возьми! Чертово дерьмо! Какой-то Рэмбо, козик беги с нашими ресурсами. Я их в дом сложил. И чё, всех перестрелял? Да. Просто расшатал нас.
Вон, видишь, дом ломается быстро? Или это соломенные стены? Это соломенные стены. Чё, в доме резаться или чё, лежим, ждём? Да господи, у него чё там бесконечные патроны-то? Ну, у него assault rifle, судя по звуку. Да.